Почему важна перепись населения? Она показывает состояние общества. Состояние, как не просто же так стоит вопрос о межнациональных браках. Как мы знаем, что их стало намного больше. А вообще понятие идентичности себя в современном обществе, оно важно. Поэтому перепись, она показывает именно вот эти вот моменты, которые, может быть, и спорные, но они отражают наше общество в целом. Как этнографы используют данные переписей? В целом можно сказать, что многие этнографы, например, даже нашей казанской школы, Воробьев, активно использовал в своих трудах как раз-таки и перепись, указывая процент населения, проживающего на тот момент в Казанской губернии, и последствия. Межнациональные браки. Как сделать выбор? В нашей семье мама русская, отец татарин, но было изначально уважение и к татарской культуре, и к русской культуре. И необходимо отметить тот момент, что дети, вот моих родителей, моя сестра, например, себя считает русской, православной, она крещенная. А я пошла немножко по другой стороне. Может быть, была ближе к отцу, может быть. Может быть, мое общее увлечение татарской культуры. Я вышла замуж за татарина. То есть факторов много, и сказать, что тут вот А или Б тоже нельзя. Необходимо понимать, что это, как сказать, история каждой семьи. Как там будет изначально, но первый момент – это уважение и знакомство детей с культурой обоих родителей. То есть дальше уже, соответственно, ребенок сам будет выбирать, что ему ближе и что для него важнее. Какой язык считается родным? Говорить, что язык – безусловный фактор твоей идентичности, нельзя. Например, опять возвращаюсь к себе, потому что вот я как раз вот такие, один из показателей. Я языка не знала до замужества, но для моего супруга и для его семьи это было важно. А теперь важно для меня, как сохранение своей культуры в целом. То есть с детьми своими я говорю изначально на татарском. Для них первый язык – это татарский. И если ты не знаешь языка, ты, к сожалению, оторван от многих моментов, которые сохранили твои предки. Вот. Поэтому язык, он важен. Но если ты его не знаешь, это не говорит о том, что ты там не татарин или не русский, если ты не знаешь русского языка. Каким вы видите портрет сегодняшнего татарина? Это человек современный, безусловно, интересующий технологиями, модный, потому что татары, они всегда были большие модники, но при этом знающие, сохраняющие свою культуру. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.